Всем привет. Прогуляться вышли. У нас весь день снег мел сегодня. Сейчас вот под вечер только кончился. Смотри, там тучи, да, тянут. Он, походу, будет позже опять снег. Тут у нас цирк приехал. Пойдем посмотрим. Такой цирк. Шаттл. Фуры стоят. Репетиция там, наверное, идет, да? Там уже не репетиция, там, скорее всего, выступления идут. Вот касса цирка. Но машин много. Значит, выступление идет. Что, бесплатно туда нас не пустят? Намело уже такие сугробы. Идешь, все хрустит. Еще не, еще снега даже нету. Мама сейчас спрашивал. Сегодня в Иркутске пробки были 10 баллов. Короче, как будто первый раз снег увидели. Аварии были через каждые 200 метров. Пробки до сих пор, кстати. Вот сквер. Россия. Еще елку не поставили. В сквере. На сквере в Иркутске наряжают главную елку. Тут еще нового Ленина должны вот на России поставить. Вот в том месте. Фига, тут какая-то месячная норма выпала или что? Осадков. Сугробы уже такие. Надо аккуратно ходить в машине. Не сразу могут остановиться. Кто-то на летней резине, а кто-то вообще еще на великах он. Велик сломался. Не надо. Снег выпал, как днем светло.